попробовать оба на VPN перейти. Trailer Town. Попробуй, да? Чё-то тебя тише слышно стало. Тихо, ну вроде нормально. Вот теперь видно. Так. Что у нас тут есть? Да. Ёпт, шижик. Где? Здесь она. А, вон. А, блядь, собака. Собака, сука. Готово. Блядь. Так, тут открывает сейф, бери в сейфе. Так. Не забудь их лутить, а то потом попадут. Да-да-да. О, собачий он. Блин, я за ней, а она от меня. Ага. Готово. Ой, эти вечно. Уйди. Давай. Блин, меня замочили. Нифига себе. Готовы. Спасаю. А это, видать, собачка была. А, они тут же не взрываются. Ну, эти, которые, да, с динамитом. Они же здесь без динамита первый. А вот хрен. Ой, блин, ты там. Ладно. Офигеть. Не, кстати, у меня нормально, ничего. О, тебя орел мочит. Ха, где? Ну все, я бы подмочил. А, вот, кстати. Тебя прям летел нахер. Так, собачонка еще там. Ты ее давай, я не могу, я не смогу. А, вон, видишь, она с этим. А, да, взрывается. Охренеть. Это, видать, может от аванпоста все зависит. Не знаю. Trailer Town. Так. Я помню тоже теорию большого взрыва смотрел, когда у них тоже ноутбуки такие, блять, у них этот Шелдон, по-моему, под него. Этот Alienware, там такой значок у него светился, бля, там такой ноутбук здоровый, бля. Не смотрел теорию? Не. Блин, посмотри, кстати, прикольный сериал. Мы с Катюхой сколько уже пересмотрели. Ладно. Давай включаем его, это чисто вот так он фоном работает. У меня черный экран, чё. Бля, опять из-за этого, да, у меня тоже черный экран. А, во, пошло что-то. А, во, загрузка пошла. Да, и все. Книги дали в подарок на Новый год. Там они как выставили, там всякие разные детских полны-полно, и то, что мы делаем, там... Полно всяких раз. Тут взял все-таки почитать этого Жюль Верна 20 тысяч лье под водой. Блин, прикольная такая. О, да. Интересно. Да, да, да. А еще ты знаешь, ни к чему раньше. Вот. Ну, не вдавался к ней, а тут вот читал. Вот, Катька вчера тоже такая. Давай читай вслух. Ну, я лежу, читаю, она прислала такая, типа. Давай читай вслух. Я начал читать, я говорю, вырубило, все. Спит. Да, да, мне когда Мариана читает, там какие-нибудь переводит письма от отца, там еще. Я моментально, у меня прям я не могу, еле-еле держусь сразу. Да. Любой день, любой час дня, блин. Да, засыпаешь, голос приятный, потому что такой. Да, это, да. Че, как у них, кстати, там в Чехии-то? Ну, нормально. Как дела? Тоже нормально? Да, огородик. Вот да, сейф. Да. Ну, холодно сейчас, ну, иногда ходит. Да, я там открывался и в тебе. Там очередно. А, я теперь не показываю. Мне показывает кружок, а открыть я его не могу. А, он открытый. А, у меня закрытый, реально. У меня закрыт. Пиздец. Все, пиздуем. Так, что? Давай еще раз.
Надеюсь, что сейчас без глюков хотя бы перескавенджить смогу. Да, было бы отлично. А у тебя с другом была какая разница во времени? Ой, он в это, в северной части Америки. И считаю, у меня это был, у меня утро, где-то 11 утра, у него 9 вечера. Ох, ничего себе, у вас там разница. Да, с ним чуть-чуть потяжело. С ним тяжеловато, с тобой еще более-менее нормально, а вот с ним тяжеловато, конечно. Да, вот это вот плохо так, слушай. Да, жалко, да. Но все равно сойдет, терпимо. Я с утрачка тоже могу поиграть иногда, особенно когда зимой, да. Ну, это да. Я только его хотел. Блин. Так. О, лучше еще. Отлично. Это очень очень. О, отлично. О. А, блин, сам себя подхерачил. Ребят, а, блин. А, ты еще жив? Ладно. Блин, он теперь горит конкретно. А, во. Сейчас захерачу его. Отлично, блин, ты тут? Я... А. Это я не знаю, чёрт, я в этом в прицеле сидел. О, молодца. Готов. Угу. Так. У, ну каком большом они пригнали. Охуеть. Ага, слушай, давай, смотри. А, как... вон, сейчас вертолет захуячу. Давай. А, поздно. Нет, летел. А, тут, а, нет. Что это? Приземлился неудачно, да, нафиг, надо. Да, это пиздец. Отпинали, блядь. Отлично, блядь, запинали чувака. Сколько там еще, блин? А, во! Все. Ну, блин, ты тут взорвал, блин. В другую сторону аж улетел. Ага. Ай-яй-яй-яй. Да, я так и знал, что опять собачонок под конец питняга. А, это да, они такие, блин. Невидимые. Касперы, блин. Пока что видим. Давай, только не черный экран. Да. Надо, чтобы все было отлично. Ааа, пизденыш. Пиздец. Там были какие-то дополнения для этих, для Assassin's Creed Valhalla. Там какой-то скин был и оружие какое-то даже. И там еще какая-то хрень. Ну, что-то тут нет ни о чем сейчас. Прям, да. Понятно. Не знаю, вот бы Red Dead Redemption бы бесплатно раздавали бы. О, да, было бы охеренно. Или Doom. Я чувствую. Да. Я его, блин, 500 раз бы еще раз перепроходил. Серьезно, сам все-таки говно, честно тебе скажу. Вот. Да. Не вставляет. Смотрел? До хера только место забирает. А. Я вот с парнишкой тоже разговаривал, он тоже вот в отпуске был, поиграл в этот. Киберпанк прошел, купила Вальхаллу, Assassin's Creed. И это. Ну, херач. Летает без пряда. И это. Все заметили? Да. Надеюсь. Так. И это. О, отлично. Все. Сейчас смотри аккуратно. Нихера никого что-то нету. О, блин. Ах, все, какие они мощные тут, а? Да, смотри аккуратно. Вот тебе, блин. Все, готовы. Все, пошла ракета.
О-хо-хо, тут, блин, инферно. Есть. Блять, где они? Вон. Блять. А, вон. О, downstairs, yeah. Well, the downstairs and the lower shelf. Все, готов. Блин, тут пиздец горит, все нахуй. Да, 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 этот, блин, разошелся. Все нахуй. А, блин. Пиздец, жестко тут. А, вертолетик там. Вон нахуй, сейчас я вертолетик тут. Блять. Сейчас, сейчас, сейчас. А-а-а. Есть. Готов. Блин, даже висит вон. А, это кто? Это ты? Не, навряд ли это. Блин, тут лутить его неудобно. А, не могу выйти, не могу выйти, не могу. Все, вылетел как-то непонятно. О, готово. Отлично. Вон еще. Прям пошли. Вон. О, еще. А. Есть. Полетит. О, круто. Все, готов. А, собачонок тут. Смотри. А, бля, хамок. О, еще одну взрывай, пытаюсь захерачить. Уходи, уходи, уходи. А, все, пипец. Жесть. Так. Че, еще кто-то? Одна собака. Еще одна собака. Опять собака под конец, ёшки-палки. Ага. Что-то какая-то собачонская концовка тут в этом. Да, 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 да. Вон она, да. Одни собаки теряются. Желто, желто, я взорвал так быстро. Хотел, чтобы они спустились. Ну если да, кстати, моментом. Я и второго желтого, что-то пару раз по шлему и все, и готов. Да, да, шлем снимаешь и все, капец. Моментом. Да, надо у тебя забрать оружие, чтобы ты этот ножички опять использовал. Да-да-да.